необходимо. Но Фоломино с легкостью разворачивает россиянина к сетке. Колено добавляет. Еще одна серия. И похоже, что уже очень тяжело приходится Мусе Хаманаеву. Включается Фоломино. Наносит удары то слева, то справа. И теперь уже хаммерфисты пошли в дело. Готов к остановке боя. И все кончено. Проиграл этот бой Муса Хаманаев техническим нокаутом. Остановка боя за 1:11 до окончания второго раунда. Хороший раунд показал первый в борьбе, но нужно делать, было делать больше. Ого! Вот так делать не нужно. Но подошел и что-то высказывал сейчас Хаманаев своему сопернику. И Фоломино нанес удар уже после окончания боя. За это действие, безусловно, будет разбирательство. Тич Дюран также здесь находится рядом. Очень тяжело приходится Мусе Хаманаеву. Включается Фоломино. Наносит удары то слева, то справа. И теперь уже хаммерфисты пошли в дело. Готовка. Хороший раунд показал первый в борьбе, но нужно делать, было делать больше. Ого! Вот так делать не нужно. Но подошел. Остановки боя и все кончено. Проиграл этот бой Муса Хаманаев техническим нокаутом. Остановка боя за 1:11 до окончания второго раунда. Необходимо. Но Фоломино с легкостью разворачивает россиянина к сетке. Колено добавляет. Еще одна серия. И похоже, что уже... Пошел и что-то высказывал сейчас Хаманаев своему сопернику. И Фоломино нанес удар уже после окончания боя.